Тюмени начали обследовать теплосети с помощью робота. Это специальная установка, которую используют на сложных участках. Ничего раскапывать не нужно, специалисты просто погружают своего помощника в тепловую камеру. Робота оснастили гусеничной лентой, чтобы он мог свободно перемещаться под землей. В это время все происходящее транслируется на мониторе. Так тепловики узнают о повреждениях на трубах. Чаще всего это коррозии и трещины. Увидеть можно даже небольшие дефекты, так что точность обследования почти 100%. За последний год это помогло значительно снизить количество аварий на сетях. В прошлом году проверено у СТЭК было порядка 1 километра трубопроводов. Выявлены были порядка 8 дефектных участков. Мы данные участки заменили. В этом году мы увеличили протяженность обследования до 1200 метров. То есть мы стараемся ежегодно увеличивать протяженности.